Я просто сейчас нахожусь в шоке. Эту фразу Александр Рябинин за всю встречу с журналистами сегодня повторял не один раз. Сегодня официально первый рабочий день заместителя мэра, и он начался с важного заявления. В этот период я находился в Архангельской области, где проводил свой отпуск. 6 сентября в тайге по радиостанции «Маяк» в 22:00 я услышал, что нахожусь в бегах за границей, чему был очень крайне удивлен. Господин Бастрыкин просто сделал ошибку, или кто-то его неправильно информировал по поводу моего отъезда. Журналистам Рябинин продемонстрировал справку, из которой следует, что с 26 августа по 6 сентября он находился в Архангельской области. Он также отметил, что не раз с того момента, как против него было возбуждено уголовное дело, покидал пределы страны и все время согласовывал действия со следователями. Напомню, сейчас вице-мэра обвиняют по статье Уголовного кодекса «Получение взятки в крупном размере». Я честен во всем и в том, что меня обвиняют по уголовному делу, и в том, что я никуда не уезжал за границу и не собирался бегать, как трусливый заяц. А вся кампания, я считаю, развернута против мэра. И я оказался каким-то винтиком в кампании в этой. Кстати, на днях некоторые федеральные телеканалы распространили сюжеты с резкой критикой в адрес мэра Москвы Юрия Лужкова. В сюжетах в том числе упоминался и Рябинин. В связи с данными репортажами правительство Москвы, а также Елена Батурина намерены подать в суд иски к федеральным телеканалам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Алтана Шушунова, Александр Логинов, Москва, телевидение, Центральный округ.